Покупайте. Представляешь, так? Покупайте. Вкусное молоко. Возьмите арбузы, огурцы, покупайте, все покупайте, что угодно. Посмотрите на эту воду. Здесь, в этом магазине. Огурцы, огурцы, покупайте. Покупайте. Покупайте молочко от коровушки бесплатно. Берите или со скидочкой. У вас есть огурцы и шампунь? Нет, нету, у меня есть только огурцы. Огурцы, огурцы, покупайте, не стесняйтесь. Добрым утром. Папа, папа, а можно мне заходить в магазин? О, сходи с зайцем. А он же спит. Спит? Ну, сам посмотри. Да, спит. Ну, спроси у мамы. Потом разбудишь его. Хорошо, папа. Мама, мама! Мама, мама, можно мне с дядей Зайцем сходить? Какого еще дядя Зайца? Так вот как. Вот того Зайца. Ну ладно, беги. Спасибо, мам. Дядя Заяц, дядя Заяц. Что? Пошли в магазин. Хорошо, детка. Пойдем. Дядя, дядя Заяц, сюда! Что? Заходи! Ух ты, новости показывают. Ну ты иди новости смотри, а я сама все, что надо, выберу. Так, что это у нас здесь? Тележка. Я так тяжело вести. О, все, получилось. Какой милашка. А? Ну, ты какой милашечка. Ня. Давай я тебе положу в корзинку. Ой-я. Так, поехали. Папа, папа, посмотри, кто у меня есть. Что ты купила? Что это за такое чудо? Юда. Мяу. Мяу. Значит, это кот. Да, это кот, папа. Что за кот-то такой? Я не знаю. Вот. Вот он. Он такой милашечка, лапусасочка, да такой толстый тотик. Поэтому все. Кера навсегда нас. Эх, ну ладно, пока. Что? Ладно, все, иди гуляй, а я с этим котиком разберусь. Хорошо, папа. Пусюся? Пусюся? Как ты? Пусюся? Надо вызвать скорую помощь.